Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке в описании и выиграй главный приз до 100 тысяч рублей. How much does your clothes cost? Сейчас будет нереальный чил, сейчас будет охуевание, готовьтесь. Всем привет, мы на неделе моды в Москве. И какая зайка нереальная. На тему, сколько стоишь? Ебать, у него кошки драли, кошки, у него кошки шкребутся походу дома, реально нереальные. Спасибо, Вова, кошки шкребутся. Мод, переходи по ссылке в описании на наш основной канал. А также обязательно досмотри это видео, потому что в конце Заводной Макс. Тебя ждет розыгрыш 5000 рублей. Меня? Может, тоже вам 5к разыграть, парни? Привет, как тебя зовут? Привет, Джульетта. Монтеш или Купулетти? Димина. Понятно. Все хорошо, сколько спасибо. Сколько тебе лет, Джульетта? 37. Это Луи Виттон. Это Дубровка. Ляпки. 5000 рублей. А, они оригинальные? Паль. Нет. Платье. То есть на эту моду, вот эту, как он там сказал, неделю моды, ходят ребятки в паленых обувях. Что это мне звонит? Что это такое? Как мне это вообще понять? Здравствуйте, Светлана. Здрасте. Светлана. Да. Алло. Да. Светлана. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Пожалуйста, спасибо, шоколадочка, за донат. Потом в хоррор поиграем. Это просто пиздец, блядь. Это просто какой-то трэш. Кто это делает? Признавайтесь. Плюс чат, если это вы. Платье покупала в каком-то магазине. Ну, по-моему, тысячи за две. Ну и рюкзак. Такая вот неделя моды у нас. Дорогая Дубровка, Луи Виттон. 12 тысяч рублей. Ага. Айфон китайский. 8 тысяч рублей, Савеловский рынок. Чего? Каково тебе, если это не настоящие вещи, ходить в них? Что ты чувствуешь при этом? Угу. Комфорт. Мне очень нравится. Я получаю удовольствие от того, что когда я куда-то захожу, на меня все смотрят. Вау, мультибренд пришел. Ага, я мультибрендовый, парни. Луи Виттон, закрытый показ был. Спасибо, я пришел в поделки Луи Виттон. Какая у тебя комфортная сумма в месяц, чтобы жить, красиво, ни в чем себе не девочка, отказывать такая, и покупать неоригинальные вещи? Ну, я не знаю, наверное, 1011. Я мало ем, по мне видно. Долларов. Да не, Рублео, только Рублео. Привет, как тебя зовут? Она рофлит, типа, или что? Анастасия Надыктова, 33 года. Это костюм я сшила за 3 часа перед показом Стаси Анастаси. Класс, сколько такой стоит, если его покупать? Даже не просчитывала, то есть придумала, сшила и пошла. Ага, такая зая, дизайнер зая. Обувь я не знаю. Но они стоят 15 тысяч рублей. Это 360. Это интимность. За сумку, блядь, за 360 тысяч рублей. Я один раз зашла в Louis Vuitton, знаешь, я зашла в Louis Vuitton чекнуть, сколько стоят рюкзаки. Сколько стоят рюкзаки? Они стоят по 200 тысяч рублей. Обычные дефолтные черные рюкзаки Valve, блядь. Они такие же, нахуй, по качеству, вообще нереально. Лифчик Intime Simi, трусы Intime Simi. Расскажи, чем ты занимаешься? Я дизайнер одежды. Дизайнерство что-то уже приносит тебе какие-то деньги? Конечно, да, приносит. 100 тысяч в неделю стабильно. 100 тысяч в неделю? Да. Где-то 350-400 камней. Может быть, тебя кто-то увидит из наших зрителей, влюбится и напишет тебе. Самостоятельный. Если мужчина будет зарабатывать меньше, чем ты, будет это играть какую-то роль в отношениях? Я сделаю так, что он будет больше зарабатывать меня. Светлана. Такая зая, она тенеральная. Обратите внимание на шляпку. Обратите внимание. Мама, боже мой, нет, летает у меня дома, кто-то летает на крыльях ночи, блядь. Буланар, у меня Буланар дома, пизда. Он исчез. А вдруг он мне в ухо заползет? Чуваки, он исчез, а вдруг он мне в ухо заползет? Я вам клянусь, блядь, богом, он летал. Я вам клянусь, он летал.
Бланар, блядь, ночь наступает, нахуй, мне в ухо залетит, блядь. Чем его побить? Я его уже не вижу. Бля, может быть, это Молли, он съест мою одежду. Пиздец. Ладно, похуй, если прилетит... Знаете, они летят на свет. У меня тут свет, если он прилетит сюда на свет, я его отпизжу. На поясок. Ой. Это вся авторская работа. Сколько ага. нужно примерно денег потратить на то, чтобы вот спасибо такой большое. Классный образ ага. осуществить? Условно скажу, 2 пенсии. Минимальная в Москве 8700 пенсия. 4 пенсии. Мех, естественно, покупной. Это настоящий? Нет, не настоящий. Мы любим животных. Просто не сейчас надо там... гоняться за брендами, наверное, а просто надо стараться отразить свою индивидуальность. Привет, какие, как знаете, тебя зовут? Зайки. Дана. Сколько тебе лет, Дана? Если не секрет. А, Дана, блядь, волосы нарасти. 35? Что? Секрет. 5. Сапожки Фенди. 5? А, 5. Стоят где-то 50 тысяч. А, платье Зара. Обожаю. Мне кажется, самая крутая обожаю, шмотка на мне Зара. Сегодня. Обожаю. Кстати, похоже на Дольче Габбана, на Гуччи. Дольке Габбана, да. А, что, ремень где-то 25 тысяч. Портфель Гуччи 50-60. Не помню. Бля, я тоже хочу портфель Гуччи. Подарите мне портфель Гуччи по-братски. Часы, вижу. Подарок молодого человека. Покажи. Дайтона. Хрен его знает. 950к, молодой человек, охуевший. 1000 рублей и Тиффани. Подарок, опять же, молодого человека. И сережки Тиффани. Сколько такие стоят, не знаешь? Нет. Чем ты занимаешься, рассказывай? Пиздец. Я учитель по скрипке. И у меня свой собственный бренд одежды. Какая у тебя комфортная сумма в месяц, чтобы жить в комфорте и ни в чем себе не отказывать в месяц? Слушай, ну, может быть, $1000, может быть, 5000, может быть, 30000, всегда по-разному. Охуеть! Смотри, долларов? Привет, как тебя зовут? Алекс. Алекс, сколько лет тебе? О, 44. Саня, чисто Саня, блядь. Джинсы Versace, порядка, по-моему, 150 Versace. Евро, это было в Италии. Рубашка Ричмонд, а там же куплена. Пиджак куплен Ричмонд. Здесь, в России. Привет, Лера, Женя Антони и Катя. Марана. А, вот привет, очень Женя ценная Катя. Сумка у меня, Бикенберг, вот горжусь ей, это подарок супруге. Ну, а также горжусь своей коллекцией, собственно, колец, это Франки Морелло. Хром Хардис, Хром Хардис, Монтеграппа. Пиздец. Это просто винтажные кольца, купленные на барахолке. 500к! 500к за кольца! Нахуй эти кольца нужны? Ты, блядь, пойдешь в туалет, попу подотрешь, она пойдет и потеряется. Вот скажите, я просто... Это Костя Мазуревский, ювелирный дом Лепса. Часы наше производство, Дмитрий Цедра, от 100 тысяч. Нахуя столько вот всяких украшений? Это же пиздец, выглядит колхозно. Рублей, часы. А на ногах что у тебя с шипами такое? На ногах это очень интересный итальянский бренд. Они делают обувь из кожи, сверху заливают резины. Это шипы у меня вторые, точно такие, что классические, чисто красного цвета. Чем ты занимаешься? Я рисую картины, делаю инсталляции. Делаю арт-объекты по карбоновым технологиям. Картины рисую в авторской технике Сигард, запатентованной зажженной сигарой на холсте. А также рисую картины сырой нефтью на холсте из разных регионов, инкрустирую сусальным золотом, серебром и иногда драгоценными камнями. Короче, он охуенный, ребят. Это звездное небо. Могу инкрустировать бриллиантами, это будет очень красиво мерцать. Какая картина ушла за самую большую сумму у тебя? А самая, наверное, лям, дорогая, наверное, это лям. Не картина, это арт-объект, порядка 30 тысяч долларов. Ну сколько это в рублях? Напишите в чат. Привет. Мы с тобой не виделись со времен Тони Робинса, выпуск у нас да. был. У меня двое детей, у меня муж, я заслужила. Сегодня на мне комбез 44 левел, это российские дизайнеры. 2 ляма рублей! А хотя, ну он же там, инсталляция, вот, это облучение поверхности солнечным светом, солнечная радиация, потом, ну короче, хуйня какая-то. 2 ляма, пиздец. На ногах вообще обычные Zara, по-моему, ботинки, около 3000. И все. И сумочка? Сумочка Dior, конечно же, Saddleback. Что у тебя на руках из аксессуар? Прибавилось ли что-то? Самое главное. Прибавился, да, браслет. В тот раз у тебя были на левый Rolex, картина правая, сегодня... Да, так и есть. У тебя какой был? Который с бриллиантами или без? Вот этот обычный. А теперь появился с бриллиантами. Да. Столько времени прошло, почти полгода с того момента, как мы тебя сняли в нашем выпуске.
Что изменилось? Я просто столько людей писала, что я просто уже вынуждена была даже не отвечать, потому что вас было очень много. Ребята, это Катя Гершинина. Реально кто-то пишет тянкам с этих роликов, типа в инсту, вот тут, которое написано. Вы писали кому-нибудь, ребят? На стилист, привет. Я бы даже не додумалась, наверное. Спасибо большое, но 7.62 это 8.02, поэтому я человек на посередине. Привет. Такая ты веселая. Сколько тебе лет, расскажи? 33, пока что. Это Джан Вито Росси, вот такие тапочки у меня. 40 с чем-то. Это Гес. Пальто мне подарили, 12 сторис. У меня такой прекрасный шоурум, девчонки. Сколько стоит, не знаю. Завернутая такая, вижу, 20 маечка. 20 нашли. Чтобы пупок было видно. Ну не, пупок на самом деле не очень хорошо. Маечка. Почему пупок это не хорошо, блядь, не понял. Фэшн драма, это про меня. Сумка Селин. Часы это Майкл Корс у меня. Марселин, такая тянка есть из «Время приключений». Ты одеваешь людей. Катя Варнава, вот я постоянно ее одеваю. И вообще как бы с Катями очень легко. Катя Лель. Ну, не знаю, я это называю, знаешь, катинг. Вот катинг это круто, когда, знаешь, много катинг. Она чем-то похожа на Олю Серябкину с серебром, так не кажется? И как? Начинают бомбить, все очень много. Как тебя зовут? Привет, меня зовут Стас Милеев. Ля, какой мальчик! Смотри, гляди, какой белобрысый! Я блогер, вот, Заня, в Инстаграме, в Ютубе. Ага. Я смотрю ваш канал давно, ну, потому что это прикольно, я там ржу со всяких этих шпендиков маленьких. Шпендиков, вот, мы пришли он. На вот этот вот... Ребят, он ржет с шпендиков, запомните. Цирк, неделя моды в Москве, да. Вот, я работаю... Аппендики, это он подразумевает, типа, пиздюки, маленькие ребята, типа? У модели вместе с Никитой, вот, был тоже в Шанхае, там, в Милане, вот, но сейчас в основном в Москве, потому что нужно как-то еще думать... Я, ребят, я надеюсь, что он не подразумевал ничего плохого и оскорбительного, вообще ни в чью сторону. Если что-то, я осуждаю его слова, потому что я не знаю точно, оскорбил ли он кого-то своей фразой. Я осуждаю его слова полностью, я с ним не согласна, и... совет, не сейчас как сформулирую, и будьте толерантны ко всему, пожалуйста, вот, не будьте злыми и агрессивными. Чем-нибудь, да? Ну, за границей это хорошо, скитания вот эти все, по всем этим Шанхаям, Миланам, а вот что в итоге, что в итоге? Ну, все приехал раз, фрынькал бабки, снова их нету. Ну, вот как бы вот так вот как-то и живем. В Москву, когда приезжаешь, ты реально приезжаешь, расхрыниваешь бабки и все. Азарт Раша, бренд какой-то русский, они дизайнерские, типа, у них... Да, нет, я только воскресенье автограф-сессия, спасибо большое. Забрать маску? Нет, я не дам маску просто тому, кто попросит, я дам маски просто на рандом. Я не буду давать маски тем, кто будет попрошайничать. Привет, Егорчик, все хорошо, спасибо, всем спасибо. Цена там около 7, наверное, или около 10, я без понятия вообще. Но это прикольно, потому что ни у кого больше нет таких и не будет никогда. Штаны это обычные из топ-шопа, где-то около... 4 косарей стоит. Почему такие дорогие штаны, блядь? Потом можно за косарь найти. Футболка из Бет Нортона у меня где-то 1003 стоит она. Вот, кофта, я обожаю такую, она типа от парижского какого-то бренда. Вот, я сейчас скажу тебе, как она называется. Выглядит вроде просто бы. Дефолтно. N-E-C-X Paris. Я без понятия. Nix Paris, наверное. Да. Вот, и она такая... Вот смотрите просто, когда он что-то базарит, смотрите на него просто, на его лицо. Это, мне кажется, намного мемнее, чем смотреть на него. Это я люблю, когда джинсы скини, остальное size over, вот. 1006, может, у нас стоит без понятия. А эту куртку я купил в Заре в Милане. Сколько стоила она там? Ну, около 40 евро у нее цена была. Твой друг тебя купил? Да, он мне купил ее, потому что я думал сначала какую-то другую купить куртку. Я приехал в пуховике в Милан, блядь, а у них там плюс 20. И думаю, ну что, ну пойдем куртку покупать. И купили такую вот мне кожанку, да, неплохая. Еще у меня есть, смотри, 120 грамм серебра на руке. У меня рука болит на самом деле. Я этот 120 только грамм, вчера ебать. Эту цацку купил. Хорошо, что надел. Цацку. Ну, где-то 15. Спасибо, одноклассник. Ой, спасибо большое. На профиль Гуччи будем собирать, ребят. Скоро сбор поставлю. 10 тысяч рублей. Вот. Такая прикольная. 925-я проба, между прочим. У тебя много подписчиков? 152 в Инсте и 60 в Ютубе. Ну, тысяч? Да. Я в YouTube ничего не снимаю, уже ля, пора. Ля, какой 150к в инсте, ребятка. Вы знаете, что еще с 200к в инсте, у меня будет 1 000 000 подписчиков.
Это пиздец, это очень нахуя. Вот с ним что-нибудь смешное снимать вдвоем, как мы там сидим, что-нибудь там красимся, бьюти-блог вести свой, потому что сейчас блогеров дофига, у вас контент свой, да, вот как вы у всех спрашиваете, кто в чем одет, а так, в принципе, все занято. А вот бьюти-блогеров парней, очень ниша свободна, их мало сейчас, да, по пальцам вообще сосчитать, так что Петров мы думаем, будем бездатый друг друга там красить, снимать провокационный контент, и это все будет заходить, вот, как бы вот так. Почему девочки смотрят на то, как красятся парни? Не девочки смотрят, все смотрят и обсирают, потому что это к этому Россия не привыкла, а я, в принципе, к критике уже никак не отношусь, потому что за счет нее и живу, собственно говоря, мне ничего хорошего, в принципе, никто и не говорит. Ну и как бы мне все равно, да. Все он будут обсирать, он все будут всем друг другу скидывать, и будет расти канал, вот и все. А тебе когда-нибудь за твой эпатаж прилетали от кого-нибудь реакции негативные, а возможно и люли? Негативные прилетали, да, но у меня есть факел 2 всегда, и я вот так им пшик в глаза. И... Я думаю взять с собой баллончик на стримфест перцовый. Ой, бля, я уже забыла, что ты писала, прости. Короче, поэтому имейте в виду, все, кто придет на стримфест, вы делаете хуйню, я вас забрызгиваю просто до смерти, я серьезно. Делайте хуйню, я брызгаю до смерти. Где жук, блядь? Вы напиздели мне? Где жук? Где жук, блядь? Где жук? Где жук? Вы что, ебанутые? Вы мне напиздели? А нахуй заорала, если вы мне напиздели? Они пиздят? А, ну тогда идите нахуй. А чё мне напиздели? Я реально заорала, потому что испугалась, что там реально кто-то сидит. Чем ржёте? Часто применяю баллончик. Ну да, я люблю пшикать на самом деле все время. Так вот, реально, ребята, на стримфесте хуйни не делайте, я реально буду брызгать перцовым баллончиком. Нет, пока что нет. Я иногда могу сам себя как-то вести после клуба, да, как-то эпатажно или что-то еще, чтобы кому-нибудь стрельнуть в глаза баллончиком. Мне кажется, это прикольно. Ты провокатор просто. Да, вот так вот стрельнул, вызвал такси и уехал домой. Стрельнул, парни. А бывает такое, что ты идешь по подиуму? Ты в форме, классная одежда, классный грим, макияж. И тут сидят женщины с большими сумками Chanel на первом ряду. И одна там шепчет агенту, говорит, хочу его. Вот как в таком случае поступают парни, которым предлагают большие деньги за то, чтобы уехать в этот вечер в отель с одной из дам? Шепнет мне, и как бы мы с ней обсудим этот вопрос. То есть такое распространено среди моделей? Ну да, а жить-то хочется, конечно, почему нет? Пиздец, он оказывается шлюшка? Это круто, особенно это легко все за границей распространено. У меня такого в жизни не было, но если бы мне предложили, я бы не отказался. Ты бы какую цену назвал? 1 000 000 в месяц, да, там, в принципе, почему? Просто пожить с бабушкой. Почему нет? Прям как Гоген Солнцев. Мне кажется, это прикольно, это весело. И история продолжится на Первом канале. Да, пиздить, и все будет круто. Ебать, он шлюшка. А теперь давайте подведем итоги предыдущего розыгрыша. Боже, у меня такое мем наебало, когда он разговаривает. Это в хорошем смысле.